Другой заговор оказался более результативным. 30 декабря 1916 года Феликс Юсупов, Дмитрий Пуришкевич и великий князь Дмитрий Павлович Романов приглашают Распутина в Юсуповский дворец на Мойке. Пирожные и напитки, поданные гостю, были отравлены синильной кислотой в количествах, явно несовместимых с жизнью. Однако яд не действует. Заговорщики в замешательстве. Наиболее решительно настроен Юсупов. Он выхватывает револьвер и стреляет в гостя. Все в ужасе. Кажется, пуля будто отскакивает от белой рубахи Распутина. И он со всех ног бежит прочь. Заговорщики гонятся за ним и расстреливают буквально в упор. Распутин еще пытается подняться на ноги, но его связывают, запихивают в мешок с грузом и бросают в прорубь. Позже вскрытие показало, что Григорий и на дне Невы отчаянно боролся за свою жизнь. Но потом все-таки захлебнулся.